наш вечер продолжает Сталина Мишталь. По традиции добавила. Ой, господи, да что же это за свет? Да я знаю, но сейчас он какой-то особенный. Я забыла сегодня потише сделать. Специально говорит потише. Ну, попробую. Я хочу повторить для оптимизма стихи Инны Бранштейн, которая поместила их в интернете, а мне их раскопали. Вы слышали? Блаженство. Это для оптимизма на все лето. Чтобы вы знали, что блаженство можно испытывать в самых разных ситуациях. И дай Бог, чтобы всем было хорошо. Какое блаженство, говорит Инночка, проснуться и знать, что вам на работу не надо бежать. И день наступающий очень хорош. И если болеешь, то значит живешь. И старость совсем неплохая пора. Да здравствует время свободы. Ура! Какое блаженство на старости лет своими ногами идти в туалет. А после обратной отправиться в путь и быстренько под одеяло нырнуть. И утром проснуться и встать. И снова ходить, говорить и дышать. Вот какое блаженство под душем стоять. Вы не знаете, а я знаю. Какое блаженство под душем стоять. Помыться и снова чистюлею стать. И знать, что я справилась с этим сама. Как мне хорошо, не сойти бы с ума. Какое блаженство в постели лежать и на ночь хорошую книгу читать. 100 раз прочитаешь знакомую прозу, и все тебе ново. Спасибо склерозу. Какое блаженство на старости лет своими руками не лезть и в интернет, а тихо искать своего человека в старинных томах позапрошлого века. А какое блаженство по рынку ходить и новую кофту однажды купить. Обнова молекула мини-блаженства и в потоке природного несовершенства и радости разные встретятся чаще. Не смейтесь над бабушкой в кофте блестящей. Какое блаженство рука заболела, и главное, левая. Милое дело, а если бы правая ныла рука? Отметим, что все же везет мне пока. И даже когда от судьбы достается, что все же блаженствовать повод найдется. Какое блаженство, запомни его, когда у тебя не болит ничего, но лишь начинает от боли. Начинаешь от боли стонать, ты можешь такое блаженство понять. Ты знаешь, если повод для радости нужен, что завтра все будет значительно хуже. Какое блаженство в аптеку прийти и там по рецепту здоровье найти. Купила таблетки от гипертонии. Побочное действие в них – дистония, инфаркт, бронхит, стоматит, аритмия, запор, анорексия, лейкопения, пемфикус, лишай и другие заразы. Таблетки такие я выкину сразу. И сразу спасусь от десятка болезней. Гипертония намного полезней. Да-да-да. Какое блаженство! В авто возле дома сажусь на глазах изумленных знакомых. И как королева
На переднем сидении, на первом сидении сижу в восхитительном оцепенении. Вот какое блаженство в душе и в природе, когда ничего с нами не происходит. Но чтобы блаженство такое вкусить, до старости надо хотя бы прожить. Вот так. Это вам... для оптимизма, чтобы вы знали, что блаженство всегда можно найти из любого момента. Так что будьте здоровы, будьте молоды, будьте счастливы, и пусть у вас будет замечательное лето. Все, ребятки. Пока. Для нас выступала самый главный позитивный человек в нашем клубе Сталина Мишталь. А на сцену я приглашаю сейчас Владимира Фатеева. Песни подобрал, но они не очень часто звучат и как бы не очень известные. Стоял тот дом всем жителям знакомый, его еще Наполеон застал, но вот его назначили для слома, жильцы давно уехали из дома, на дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме том. Родное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась, но что-то в этом доме оставалось на третьем этаже. Ахало, охало, ухало в доме том. И часто дети жаловались маме и обходили дом тот стороной, объединяясь с соседними дворами, вооружаясь лопатами-ломами, пошли туда гурьбой. Дворники, 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 тихо. Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая. Вдруг там Наполеона вдох летает, а может, это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий, тот, что дом ломал, ударил самаху гирю по крыше, а после клялся, будто бы услышал, как кто-то застонал. Жалобно, жалобно, жалобно в доме том. От страха дети больше не трясутся, нет дома, что два века простоял, ведь скоро здесь по плану реконструкции ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет тут. Баллада аквалангистов. Нет, маршал аквалангистов. Я ее спел в Востоке, даже не понял, что это Высоцкого песня. Нас тянет на дно, как балласты. Мы цепкие, легкие, как фаланги. А ноги закованы в ласты. А наши тела в акваланге. В пучину не просто полезли. Сжимаем до судорог скулы, боимся кессонной болезни, и, может, немного акулы. Воды бы замучила жажда, воды бы. Красиво здесь.
все это сказки. Здесь лишь пущеглазые рыбы глядят удивленно на маски, понять ли лежащим в постели, изведать ли ищущим брода. Нам надо добраться до цели, где третий наш без кислорода. Мы плачем, пускай мы мужчины, погиб он в пещере кораллов, как истинный рыцарь пучины. Он умер с открытым забралом. Пусть дорог оказался живучей, он сделал, что мог и что должен. Победу отпраздновал случай. Ну что же, мы завтра продолжим. Долго трое в положении осадном оставалось неприступной твердыней. Но троянцы не поверили Кассандре. Трое, может быть, стояло и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павшей в прах. Но ясновидцев, впрочем, как очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту кровь, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на слову, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павшей в прах. Но ясновидцев, впрочем, как очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И вот конец, хоть не трагичный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей не как Кассандрой, а как простой и ненасытный победитель. Без устали безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павшей в прах. Но ясновидцев, впрочем, как очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. Для вас выступил Владимир Фатеев. Наш вечер продолжается. На сцену приглашаю Олега Чижова. Начну с песни Андрея Козловского. Слабеют огни нынешних век.
возможности скромные, жизнь разобьет нас на мылья. Вспомнится злое, забудется доброе. Печальные листья осенние, мы не одни, даже если одни, и в одиночестве нет нам спасения. Строим, как в детстве, дворец из песка. Вот и уходите, жаль, вы мне дороги. Коснется виска, вспомнится злое, забудется доброе. Слышишь, раздался последний звонок, зритель уйдет и опустится занавес. Остался и ждет за окном. Ради него я попробую заново. Будто бы яблони вновь расцвели, будто бы птицы опять возвращаются. Вот уж я исчезаю. Другой в той дали появляется, будто бы яблони вновь расцвели, будто бы птицы опять возвращаются. Вот уж и я исчезаю вдали, вот уж другой в той дали появляется. Владимир Ландсберг. Все было одно, и все было ничего. Да с замком никак не сладить. Нынче в ночь на куличке раз в году отправлялись поезда. Только дверь кто-то запер и ушел в тихомолку на ночь глядя. На ночь глядя, такие вот дела, и не деться никуда. Возьми и досконально изложи на бумажной четвертушке, с чем в ладу, с чем немного не в ладу, чем допек утробный вой. Помнишь, в прошлом столетии писал Александр Сергеевич Пушкин про такую забавную игру, бой Руслана с головой. Тому, кто родился с головой, нет ни праздников, ни будем. Щиплет Гамлет ромашку, быть не быть, тоже вроде бы учен. Со своими, ничьими ж там-нибудь, головами бьются люди. Бьются насмерть, а если на жизнь, на какое дело в чем? Чьими ж там-нибудь головами бьются люди. Бьются насмерть, а если и на жизнь, на какую, дело в чем? Встань в рассвет, в санитарные часы свежевыскобленных улиц.
Господи, спасибо, повторяя черта с два. Может, там, в аптеке, за углом жизнь тебя и караулит. Что дверь кто-то запер и ушел, так на душе и голова. Может, там, в аптеке, за углом жизнь тебя и караулит. А что дверь кто-то запер и ушел, так на душе и голова. Мой дальний порт туманы стерегут. Приходят пароходы и уходят. Они в морях призвание находят. Лишь только я стою на берегу, я жду один знакомый силуэт. Мой час еще не пробил, дорогие. Уходят в море разные другие. Лишь только для меня отхода нет. Когда ж придет мой пароход, который голубой весь не иначе, а на борту написано «Удача», а на корме написано «Ребята, полный ход». На пароходе маленьком моем матросы, удальцы и кавалеры. А если веселы, они не в меру, то это дело мы переживем. Переживем туманы мы и лед. Я сам поставлю паруса надежды, чтоб было так, как не бывало прежде, чтоб быстрее пришло то, что придет. Когда ж придет мой пароход, который голубой весь не иначе, а на борту написано «Удача», а на корме написано «Ребята, полный ход». Плыви, мой пароход, плыви скорей, куда другие и не заплывали, их компасы неправильно бывали. В широтах мной придуманных морей они на карты не нанесены. И в лоциях морей тех самых нету. Но несмотря, товарищи, на это, в них многие бывали спасены. Когда ж придет мой пароход, пусть не спеша, который голубой весь не иначе, а на борту написано «Удача», а на корме сигнал «Не обижайте малыша». Браво! Спасибо. Для нас выступал Олег Чижов. Можно сказать, старый добрый друг, старейшина. За что люблю наши вечера? За то, что у нас появляются новые и новые друзья, новые зрители и новые артисты. Вот сейчас я хочу вам представить Сергея Крымова. Он впервые появился на живой струне и сейчас появится здесь перед вами. Всем добрый вечер. Я сразу прошу прощения, потому что что-то совсем голос сел. Да, я поэтому... Думал одни песни спеть, спою совершенно другие, которые не надо петь громко. А сегодня мне так настолько понравилось, мне и моей семье, вот вечер в Кузьмилово, вот спортивные песни. А моя жена одна из самых моих первых слушателей и ценителей, и, так сказать, редакторов. Я ей рассказал, она говорит, ой, хочу поехать в среду. Вот я сегодня уговорил, наших детей отпустили, дети нас отпустили, вот поэтому... Спасибо Алене, вот она со мной приехала. Итак, песня, поскольку уже с женой приехал, кое-что из такого домашнего цикла. Песня называется «Пусть говорят». Пусть говорят злые языки, что мы не сможем вместе жить с тобой. Разбежимся и забудем, разбежимся и забудем. И забудем все, все, что было после свадьбы, все, что было после свадьбы, и даже то, и даже то. Пусть говорят
что не любишь ты жить сковородками, заведуя. Не сажай ты тигра в клетку, не сажай ты тигра в клетку, мне советуют, получают жить меня, получают жить меня, как следует, как следует. Пусть говорят, они такой вот я, и ты со мной еще наплачешься. Лучше б ты нашла другого, лучше б ты нашла другого, только не меня. И раскаешься да поздно, и раскаешься да поздно, и поплатишься, ох, поплатишься. Пусть говорят, разливая желчь, все разговоры эти лишние. Если нам судьба от Бога, если нам судьба от Бога, знать нас Бог хранит. И спасибо говорим, и спасибо говорим, мы Всевышним, мы Всевышним. Песня была написана следующая очень давно, когда еще моей первой дочке было там не так много лет. А вот сейчас уже у меня подрастает вторая дочка. Поэтому песня опять актуальна. Песня называется «Три лица». У меня есть три лица, мужа, сына и отца. Я то один, а то другой. Когда я прихожу домой, когда я прихожу домой, когда я прихожу домой. Самый лучший в мире муж, починить умею душ. Редко пью и не курю, два раза в год цветы дарю, два раза в год цветы дарю. Два раза в год цветы дарю. Сомневаться нет причин, я горячо любимый сын. И право это не беда, что обжигаюсь иногда, что обжигаюсь иногда, что обжигаюсь иногда. А недавно как отец отличился наконец, не бросая важных дел, с дочкой станцевал и спел, с дочкой станцевал и спел, с дочкой станцевал и спел. А у меня есть три лица, мужа, сына и отца. А хочется часок другой, просто быть самим собой, просто быть самим собой, просто быть самим собой. Спасибо большое. Для вас выступал Сергей Крымов. Надеюсь, мы его неоднократно услышим еще в следующем сезоне. Всегда рады. А сейчас... Какой же бардовский вечер без поэзии? Я приглашаю на сцену поэта Елену Попову. Встречаем! А вы знаете, вот в такой вечер мне как раз захотелось спеть. У меня вот мои песни, мелодия идет. И как-то вот именно хочется петь. Сейчас весна, май, у нас концерт заключительный. И я попросила Володю Фатеева мне подыграть, потому что у меня авторский мотив и авторские слова. Ну вот песни, может быть, такие, ну, любовного содержания, что ли, потому что сегодня сказали, что тема такая у нас любая. Поэтому я спою, с вашего разрешения. «Заблудшая душа». Заблудшая душа попала в сеть любви. Ей кажется порог лишь тенью от порога. Простите.
только позови. Простить готово все, ты только позови. И кажется душе безумно одинокой, познавшей боль утрат и горечь от любви, что лишь она одна обманута жестоко. Но кто же, кто ее благословит? Но кто же, кто ее благословит? Когда в душе разлад и разум не подмога, она не ищет рай, не верит и любви. Страдания полна, она не ищет Бога. Но кто же, кто ее благословит? Но кто же, кто ее благословит? Заблудшая душа, никем ты не согрета, нуждаешься в тепле, не веришь ничему. Блуждаешь ты во тьме, в тебе так мало света. Но кто же, кто рассеет твою тьму? Но кто же, кто рассеет твою тьму? А вторая песня у меня будет шуточная. Спасибо огромное. Вот такая вот грустная песня посвящена была вот чьей-то судьбе, ну, в общем, конкретной даже. Как-то вот так вот. Даже, может быть, не характерно для меня такая вот глубокая грусть. И сейчас веселая песня, шуточная, «Золушки». Все мы золушки, все мы золушки коммунальных и стылых квартир. Все красавицы, бесприданницы, все мы ждем приглашения на пир. Но не каждую, нет, не каждую принц-избранницею назовем. Чаще монстры нам попадаются, редко в браках кому-то везет. Ах вы, девочки благородные, не давайте себя оседлать. Будьте гордыми, будьте модными, ни к чему нам любить и страдать. Будьте гордыми, будьте модными, ни к чему нам любить и страдать. Пусть мужчины не обижают. Спасибо, Володя, спасибо. Для нас выступала Елена Попова из Зеленогорска, а ей помогал Владимир Потеев.